Ну чё, ребят, погнали! Отлично. Такс, что здесь? О! Поднимаемся сами сюда. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой. Отлично! Давайте, ребят, проходим. Да я понял. Ух ты, ё-моё! Внимание! Максимальная тревога, уровень палач. Вот это тварь. Получил, тварь. Так, давайте почитаем. Барон Ада. Внимание, ведется стрельба из ДРГ 10 тысяч. Так, ну что, здесь давайте будем качать уже все, что осталось. Я потому что думал, что-то они будут редко попадаться, поэтому выбирал до этого. Так, между прочим, давайте качнем, пожалуй, бронекостюм. Так, здесь. Качаем осколочную гранату. Она у нас будет перезаряжаться намного быстрее. Так, далее. Ну, короче, из убитых демонов будут выпадать еще и кассетные гранаты. Так, и здесь можно будет нам палить дважды. Хорошо. Такс. А, подожди, подожди. Вот так делаем. Более быстрая перезарядка. Ну и, собственно, здесь у нас 3 очка остается. Демон дольше находится в замороженном состоянии. Подойдет. Все, ребят, вперед. Ситуация? Позвоните на короткий номер 666 и представитель корпорации... 666. Внимание! Ведется стрельба из ДРГ 10 тысяч. Все, получил. Так, сейчас, подожди, вижу, вижу, вижу его. Внимание, ведется стрельба из ДРГ 10 тысяч. Отлично. Так, ну что, давайте схватим вот эту доп. Жизнь. Подожди. Внимание. Блин, чуть не упал. Офигеть. Это было бы жесть. Так. И вот так. Замечательно. Отлично. Внимание. Ведется стрельба из ДРГ 10 тысяч. Да я понял. Так, что здесь? Ну что, давайте полетаем. Так, подожди, нифига там. Жара.
О май гад. Внимание, придется стрельбать в этой. Вот тварь. Да не убегай ты! Ведется стрельба из ДФ-10000. Вход заперт. Они знают, что вы пытаетесь пройти. По чертежам на мосту есть технический люк. Так, ну чё, вниз? Вперед. Так, нам, ребятки, вот сюда. Внимание. Но мы с вами обязательно также пройдем вот в это место. Отлично. Батарея стражей. Очередная. Так, а вот теперь давайте аккуратненько вот сюда. Ну-ка. А ну-ка лови. Так, ну чё? Остатки, да? Где еще один? Блин, ну был же, да? Так, давай прыгаем. Да блин. Да блин, дайте запрыгнуть-то. Так, давай попробуем вот сюда. Замечательно. Теперь мы с вами прыгаем. Блин, не получилось. Эх, ну ладно. Тогда ждем нужного момента. И вот сейчас, ребят, мы с вами будем прыгать. О, замечательно. Этот мужик тут как тут. И чтение. Сейчас, ребят, подождем немного и почитаем. БФГ 10 тысяч. Да уж, мощь. Проходим, проходим. Ой, да ладно, я его вообще не боюсь. Ну реально, пусть попробует. В этой капсуле находится источник энергии для БФГ 10 тысяч. Произвожу снижение капсулы. Нам надо? Внимание! Орудие наведено на Марс. Предохранитель активирован. Прикажете мне отключить предохранитель? Капсула самоликвидируется. Нам надо уходить. Внимание! Персоналу срочно эвакуироваться из комплекса. Палач получил доступ. Так, ну что ж, БФГ 9000, big fucking gun.
Эвакуационные порталы доставят вас прямиком в комплекс на поверхности Марса. Заряды. Отлично. Ну чё, ребят? Нифига там дыра. Давайте прыгаем. Вы можете спуститься к ядру Марса на спасательной капсуле. Вот только отсюда так просто не доберешься. Ну, значит, мы с вами что-нибудь придумаем. Так, давай прыгаем сюда. Отлично. И, ребят, вот сюда. Шик. Такс. Ну чё, погнали. Сейчас, подожди. Я на самом деле хочу посмотреть, что здесь. О, да. Плюс одна жизнь. Итого 8 штук. Молодец. Вы молитесь о возвращении палача. Спасите человека. Думаете, один человек сможет остановить? Так, рядом тотем жестокости, ребят. Так, давайте будем искать тотем. А, подожди, подожди, понял. Так, секунду. Да твари. Блин, ну как так-то? А, сзади был, понял. Да отвали. Так, ну что, давайте вот этим попалим. Ну, так, тихо. Блин, ну, конечно, обидно то, что одна жизнь у нас ушла. Ну, ладно, ничего не поделаешь. Давай прыгаем. Сейчас, подожди. Секунду. Неужели сюда? Сюда. Так, что еще есть? Броня. Ну ладно, подойдет. Ну что ж, расстраиваться не будем. Я думаю, что мы с вами еще найдем эти жизни. Так, ну что ж, сюда. Доступ к орудийному мостику открыт. Включено ручное заряжание. Это оружие, а вовсе не телепорт. Это мы посмотрим. Здесь у нас игрушка, рыщущий. Обращайтесь к Джессике в отдел кадров, чтобы записаться на сдачу крови для альтернативно живых. Будьте щедрыми!
Давайте ее всю. Да, конечно. Ну что ж, приготовились. Так. Нам сюда. Ионная катапульта не предназначена для стрельбы нестандартными снарядами. Перехватываю управление. Огонь. Счет 3, 2, 1. Фига. Ну вот это было жестко. Сейчас. Так, ну похоже вниз можно пройти. Давайте сюда. Ну вот и все, ребят. Хм. Так, давай, вперед. Ай, ай. Твари. Подожди. Это чит-код. Такс. А, вот сюда, да? Да, забираемся с вами наверх. О, мужик стоит. Спасибо. Так, ну что ж. Давайте поглядим. Ух ты. Там у нас тоже с вами секретик. Это у нас альбом Doom 64 интро. Отлично. Вот это прям супер. Так, а далее куда? Далее сюда, что ли? Опа! Так, походу нам, да, в том направлении. Но мы с вами попробуем пройти здесь. Сейчас поглядим. Так, 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 так. Сюда, что ли? Подожди. А, вот сюда. Ну, замечательно. Чё? Прикольно. Еще одна игрушка, ребятки. Так, неужели нам сюда? Не, подожди, отсюда мы с вами как раз-таки пришли. Может быть, вот тут проходик есть? Да, проходик есть. И вот теперь бы понять... А, вот сюда. Прыгаем. Ну, в общем-то, получается, мы с вами вернулись туда, откуда, собственно, и пришли. Ну, окей, ладно. Так, тогда секунд. Сейчас, момент. А, ну вот, все. Прыгаем. Да, прыгаем вниз. Ну и понеслась. Так, ну 8 жизней. Это, в принципе, неплохо. Ну, твари. Такс. Ну, куда теперь? Подожди. Блин, что-то не пойму. Давай, поп... Ух ты! Тихо. А, понял. И вот сюда. Опа! Отлично. Так, давай, лети, 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 лети. И вот так. Уф! Так, вижу. Больно, блин. Сейчас, момент. Как-то вот так. Давайте будем, на самом деле, внимательными, потому что могут быть опять какие-нибудь доп. Жизни. Так, броню получили. И теперь, я так понимаю, нам нужно... Подожди, что это такое было?
Какой-то очень странный звук. А, вижу, все. Так, понеслась. Даже, наверное, вот так. Нифига. Да как так-то? Нифига себе. Подожди. Ну, короче, повезло. Так, стоп. Кто еще? А в общем-то никого, ребят. На еще. Красиво. Опустись. Ну, короче, как-то вот так. Так, да, нам теперь открыли. Опять летит. Сейчас получишь. О, гляньте-ка, ребята. Одна жизнь. Блин, а как нам добраться-то? Сейчас, момент. Вот это крутяк. Ну чё, как думаете? Да. Ну, на самом деле, в принципе, может быть, можно сказать, неплохо получилось, но чё-то не очень, да? Блин, не совсем понимаю, как нам забрать в итоге. Неужели по этим бочкам, что ли, прыгать? Да не вариант. Вот фиг знает, как залететь туда. А, стой, посмотри, может быть вон туда? Так, ну чё, давайте попробуем. Смотри, как делаем. Так, стоп. Ах, вот как. Ребят, ну тоже нет. Тоже нифига не получается. Так, тогда давайте прыгаем сюда. Жалко, конечно, не хочу пропускать. Точнее, не хотел уже, получается, пропускать ту жизнь. Но что поделаешь. БФГ. Шик-блеск. Секундочку. Блин, что за жесть. Ну ладно, хоть так. Так, теперь. А, вон там жизнь. Ты глянь. Такс. Итого 9. Ну, я считаю, это неплохо. Так, вижу. Летает. Вау. Так, летим. Отлично. Так, здесь. О, да.
Ребят, будем качать боезапас. Хотя, может быть, здоровье? Да ладно, качаем боезапас. Такс. Чё нажать? Нечего. Да, вот сюда. Отвалите, твари. Ну чё? Куда в итоге? Сюда, что ли? Так. Сейчас сек. Ой. Ой. Да блин, куда идти-то? О! Сейчас поглядим. Отлично. А вот и ключик. Круто. Ну и на этой стороне у нас то же самое. Альбом Quake Champions. Так, по-моему, сюда. Да, ребят? Сейчас, стой, 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 стой. А, нет, не достать. Мифы о палаче Рока, о его силе, о его воле. Все это ложь для неверных. Прокладываю траекторию к Марсу. Рассчитываю векторы ускорения. Запуск через 3, 2, 1. Входим в планетарную атмосферу. Внимание, турбулентность.